7 августа 2023 год. Помылись, побрылись, постирались, анекдотис. Хороший прочитал сейчас. По-моему, прекрасный пример английского юмора. Ну, он на английском, перепер на русский, как получается. Я думаю, что не особо много потеряется. Ну, в общем, учитывайте. Значит, девушка забеременела. Не замужем. Девушка молоденькая, там 18-летняя, родители в шоке. Где этот скотина, давай его сюда. Она звонит. Через полчаса приезжает седовласый уже мужичок на Феррари. Говорит: все понимаю, проблему признаю. В силу семейных личных обстоятельств жениться не могу. Но ответственность беру на себя. Значит, если у вашей дочки рождается сын, плачу $1 000 000 и фабрику. Если рождается девочка, соответственно, виллу и тоже $1 000 000. Если близняшки рождаются в любом количестве, то же самое. Девочки, мальчики, $1 000 000 и фабрики. Согласны на такие условия? Ну, родители такие, ну, что ж, так или иначе, да, согласны. Он говорит: ну, прекрасно, раз мы здесь зашли, нашли понимание, остается решить один единственный вопрос, как мы поступим, если беременность прервется. Ну, и тут отец девочки говорит: можем попробовать еще разок. Ой, черный, по-моему, юмор, но очень смешно было. Не знаю, может, вам не понравится слишком. Ну, по-моему, прекрасно.